Баннер антиутопии. Наши сегодняшние эксперты, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и писатель, который отвечает за весь пул писателей антиутопистов, за Оруэлла, Хаксли и всех остальных. Представлять не нужно, Дмитрий Глуховский. Ну и для затравки разговора я прямо, поскольку идея такого разговора пришла Алексею Алексеевичу, я хочу задать ему вопрос. Алексей Алексеевич, почему вы выбрали сегодня темой нашего разговора антиутопии? Ну, вы знаете, самое интересное же не о том, что они пишут, они там себе фантазируют, а мы потом разгребаем. Самое интересное, что потом сбывается. И если читать разные замечательные художественные книжки, там, начиная, я уж не буду про Томмазо Кампанелло, от Жюль Верна, скажем, да, и заканчивая, может быть, наконец, с ним этот жанр умрет, потому что читать это уже просто эти ужасы невозможно, почему-то кажется, что у нас в стране побеждают не утопии, а антиутопии. Это какой-то морок, я не знаю, как в других странах это происходит, но вот, наверное, многие из вас читали, когда возникла книга Сорокина «Опричник», да, «День опричника». Мы все сильно смеялись по этому поводу. Такая фантазия, фантазия. А, ну, в общем, никакой фантазии. Победил худший вариант в этой книге. У меня было личное, вот сегодня мне напомнить, день рождения Бориса Натановича Стругацкого. И я как раз сегодня вспомнил эту историю изумительную с его книгой, или вернее с эпизодом из его книги, который касался прямо меня, «Из гадких лебедей», где писатель Банев встречается с президентом. У меня была встреча на заре моей, не моей, его юности с президентом Путиным. И когда я вышел, я подумал, где-то я уже это все читал. Вот вы найдите это. Это вот очень точно описано в «Гадких лебедях». Вот президент встречался, тот президент встречался с писателем Баневым, а Владимир Владимирович, была наша вторая встреча. И потом мне удалось встретиться с Борисом Стругацким в Петербурге, с Борисом Натановичем. Я приехал, я ему сказал: «Борис Натанович, откуда вы это знали? Откуда вы знали мою реакцию? Откуда вы знали, что президент будет Путин?» Роман написан в 1974-1975 году, в советское время. «Откуда вы знали, что...» Вот откуда писатели знают, что мы будем так себя вести? Что они будут так себя вести? И что это кончится вот таким вот образом? Чистой воды антиутопия. Ну, те, кто знал, может быть, кто-нибудь когда-нибудь видел Бориса Натановича или видел кадры с ним, он так развел руками и сказал: «Но иначе быть не могло, снизошло». Вот на них снисходит, а мы потом хлебаем на самом деле. И вот то, что я на самом деле поклонник того, что делает Дмитрий, да, я имею в виду книг, а не вашего хулиганства, остального, я рекомендую те, кто, это даже не реклама, те, кто еще не читал, не знакомился с «Тут все есть», и Дмитрий потом подпишет, это действительно то, что остается. Знаете, вот книги, я думаю, что здесь много людей, у которых хорошие библиотеки или хороший набор в телефоне, или в айфоне, или в айпэде книг, да, вот иногда книгам Дмитрия, что редко сейчас бывает, я возвращаюсь. И иногда к его старым книгам, хотя он не старый, я тоже начинаю думать, Катя, тебе, откуда он это знал, откуда он про нас это знал. Вот такого не может быть, почему они видят вперед, и самое главное, почему они видят самое плохое. Почему они не пишут, знаете, вот этот замечательный мультфильм, да, погода была ужасная, принцесса была прекрасная. Почему они пишут наоборот, что погода была прекрасная, а принцесса была ужасная. Вот они пишут вот так, это действительно ужасно, и пусть он сам расскажет, почему такие, у них же какая-то чуйка у этих писателей. Они же не математики, они не высчитывают наш путь, они его, как я понимаю, угадывают и описывают. Вот почему такое... У таких писателей, как Дмитрий, очень популярных писателей, такое мрачное мироощущение. Да? Как написал один, вот недавно я прочитал у такого цензора царского времени, Никитенко, он писал: «Погода была сомнительная». Вот понимаете, вот почему-то у них все сомнительное. И пусть Дима сам скажет, чего у него сомнительно. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы пришли. Надеюсь, что дискуссия у нас будет плодотворной. Я с неожиданностью для себя сегодня, значит, узнал только что на ваших глазах, что касается Алексея Алексеевича, читал мои, значит, сомнительные произведения. Польщен, спасибо. Что касается того, откуда вот эта фиксация на негативе, мне кажется, надо, во-первых, конечно, всегда лучше, когда все плохо заканчивается, ну, для писателя. С детства, выбирая из соцреалистической вещи «Незнайка и его друзья в цветочном городе», идеалистической, утопической вещи «Незнайка в солнечном городе», которая происходит, разумеется, как цитата Томмазо Кампанелло «Город солнца», и антиутопической, обличительной вещи «Незнайка на луне», которая должна очернить, осквернить мир Чистогана, американскую капиталистическую модель, а мне всегда нравилась вот именно мрачная, приключенческая, драматическая вещь «Незнайка на луне», где, во-первых, насилие, во-вторых, тот самый Чистоган, с сексуальными сценами там, к сожалению, не очень, но в остальном очень драматическая такая яростная вещь получилась у Николая Носова. И вот с тех пор я понял преимущество антиутопии «Незнайка на луне» над утопией, да, в «Солнечном городе». А кроме того, ну, всегда, мне кажется, меня лично мрачные вещи больше привлекали. Там, второе такое впечатление, пожалуй, это «Белый бим, черное ухо». Я понял волшебную, удивительную силу плохой концовки. Когда ты все надеешься на то, что все исправится и улучшится, и заканчивается трагедией, и эта вещь больше тебя не оставляет никогда в жизни. Что касается, если серьезно говорить об антиутопиях, что касается моего личного пристрастия к антиутопическому жанру, то, конечно, ну, я, во-первых, журналист же тоже, в некотором смысле. Ну, да, конечно, я работал на телеканале Евроньюз, закончил журналистику, международные отношения на Russia Today. Был такая, значит, такая деталь моей биографии, работал. Вот, приглашайте. Да, в общем, все с этим покончено, с одной стороны. С другой стороны, бесценный опыт, я считаю. Вот, и, конечно, учишься вглядываться в события, разбираться в них, и стараешься
пытаться их проецировать. Я не сказал бы, то есть я вообще не мистик. Ну, по своим каким-то глубинным убеждениям, я хотел бы быть, наверное, романтиком, но жизнь мне неоднократно поучала романтиком не быть. А наоборот, руководствовался какими-то более прагматическими соображениями, и они меня редко подводили. Поэтому я не считаю, во-первых, что Стругацкий с вами был честен, когда говорил, что снизошло. Ну, что-то на него, конечно, снизошло. Но их превращение из идеалистов и утопистов в антиутопистов, в социальных критиков, оно достаточно скоро с ними случилось. Ранние их вещи, только вот там «Стажеры», «Путь на Амальтею», «Радуга», там «Полный 21 век», они совсем уж такие в духе коммунистического идеализма написанные. Но достаточно скоро и лучшие их вещи, там, ну, они довольно поздно начали публиковаться, во-первых, им было уже за 30. Вот, а между 40 и 50 они уже вышли, перешли к вещам, которые были настолько сомнительны, что не все могли быть сразу опубликованы. За более поздние вещи, там «Заград», «Обреченный», например, им приходилось больше десятилетий сражаться с цензурой, да, и вещи некоторые увидели свет уже после того, как Советский Союз прекратил существование, потому что в СССР эти вещи опубликованы быть не могли. Они пытались отвлекаться на какие-то более-менее нейтральные темы. Вот тема прогрессорства, например, с моей точки зрения, это изучение попытки Советского Союза цивилизовать страны третьего мира, да, своим присутствием. Дружественные какие-то там африканские республики, допустим, арабские страны и так далее. Возможно ли это вообще усилить и ускорить их прогресс, да, или нет? Трудно быть богом. Трудно, да, быть богом, ровно про это. Коммунистическое будущее. Да, но у них был материал подножный, так сказать. То есть они наблюдали за попытками советской власти осчастливить в той или иной степени полунасильно там арабские страны, например, с их национал-социалистическими освободительными движениями и так далее. И так или иначе это их приводило к этим мыслям. Но нельзя было надолго отвлечься от того, что происходило внутри, собственно, Советского Союза. И мысли, я думаю, что это им дарило массу. Да? И все их играт обреченные, как правильно, в общем, как выяснилось говорить, это, с моей точки зрения, ну, наверное, самое релевантная, там, актуальная для советской жизни вещи, самая такая неоднозначная, когда впервые они в открытую начали говорить о том, что все это происходящее с советским народом, эксперимент, который, в общем, вещь в себе и ради себя, не в интересах людей, цели непонятные и, возможно, забыты давно людьми, этими наставниками, которые этот эксперимент проводят. То есть неудивительно, что люди с критическим мышлением, пытающиеся разобраться в том, что происходит в жизни советской, начиная довольно романтическую, хотя их юношеские и детские годы там прошли в блокадном Ленинграде, да, уже драматические годы. Но тем не менее, послевоенных первая проза какая-то, она такая как раз утопическая, о счастливом коммунистическом будущем. Но скоро они начали, видимо, более подробно ознакомливаться с ситуацией в стране и пытаясь сделать какие-то проекции, разбираясь в том, как это на самом деле устроено. Очень трудно преодолеть пелену пропаганды, каких-то массовых клише, официальной лжи, да, которые там игнорируют определенные вещи, государственные позиции, там, отвергает, опровергает. И когда ты имеешь дело в одиночку с целой информационной машиной, очень трудно самому добраться до сути событий, до правдивой информационной картины. Потому что перед тобой ты знаешь, что, допустим, это не соответствует твоему личному опыту, но всегда перед тобой, в том, что касается в целом картины, стоит непроницаемая пелена лжи. И так в нашей стране было практически всегда. То есть нам всегда... Меня всегда поражало, вот в «Пикнике на обочине» мы выяснили как раз, что есть пикник на обочине Стругацких, но нет, трудно быть богом здесь сегодня, не продается уже, бог продан. А? Есть, да, Кать? Есть, несут, да? Но там же какая концовка, да? Сталкер, да? Который человек добирается до этого золотого счастья, он говорит, он умирает, да, он погибает практически, говорит, и пусть никто не уйдет обиженным, и погибает. Пусть у всех исполнится желание, и погибает. Это что, утопия или антиутопия? Знаете, мне одно время из нашей жизни удалось говорить с французским адвокатом, который защищал бывшее руководство красных кхмеров, которые в Камбодже перебили большую половину своего населения. Среди французов порядочно сволочи, кстати. Да. И он же мне говорит, слушай, ну они же были идеалистами, они хотели построить город солнца, они были идеалистами, как их можно казнить, вот этих палачей? Они хотели хорошего, эти сопротивлялись, ну да, но их лагеря для воспитания. И это умещается, понимаете, Виталий Демарский, главный редактор журнала «Дилетант». Да. Вы знаете, это удивительно, как в людях в голове, как в нас, это же мы. Слушайте, это мы, это наши соседи такие же, которые там ради того, чтобы сделать всем хорошо, всем одинаково хорошо, для этого надо перебить половину соседей. Это утопия или антиутопия, Дим? Вообще надо отметить, что если брать классические утопии, то они сами по себе достаточно мрачны. Любая утопия, ну и классические, безусловно, утопии, и собственно, утопия Томаса Мора и Томаса Кампанеллы «Город солнца», написанные 100 лет спустя, это вещи, которые описывают общество, в принципе, тоталитарное, в котором отсутствует личное пространство. Потому что счастье можно только насильно для всех. Счастье только вот, потому что надо всех выровнять. Да, уравнять, это... да, и тогда наступит счастье. То есть, в принципе, то, что объединяет удивительным образом там мы, Замятин, например, и «Город солнца», это отсутствие какой-либо возможности вести скрыто от чужих глаз личную жизнь. У Кампанеллы, между прочим, точно так же, как и у Замятина, на свидание романтические с женщинами нужно записываться заранее и получать одобрение руководящих органов. Ты знаешь, иногда это хорошее предохранение. Пока они там рассмотрят, пока там что-то... Да, все же и отпадет. Да. Но, тем не менее, возможность несанкционированное свидание, она практически во всех классических антиутопиях является триггером к тому, чтобы герой пошел против системы. И приводит к бунту, и в некоторых случаях к катастрофе. Но мы, Замятина, там главный герой, этот инженер, который строит космический корабль «Интеграл», он влюбляется, девушка влюбляет его в себя, который является членом этого сопротивления и так далее. В 1984 Оруэлла такая же совершенно история, через запретную влюбленность, через непредполагаемую встречу, когда ты вдруг видишь, что женщина это не просто там, член этого комсомола, а
А женщина, да, которая тебя втягивает, очаровывает, соблазняет, и начинаешь, тебе начинает не хватать той степени свободы, которую тебе система дает. Она тебе не разрешает заводить какие-то отношения, прятаться ради чего-либо. Да? И, кстати, очень интересно, как, собственно, у Орвелла, точно так же, как у Замятина, вот эта схема применена. Герой, покорный и лояльный член системы, влюбляется в девушку, в которой вдруг он начинает видеть нечто большее, чем другой такой же винт в этой системе. Она его в обеих книгах отводит в некий старый дом. В случае с Орлом это антикварная лавка, в случае с Замятиным это древний дом, который, значит, тоже вроде музея, что-то такое, чтобы показать быт людей, каким он был однажды. И вот Замятин, мы у нас тоже есть, да. И тогда, ностальгируя по той свободе, которая однажды была у людей, герой начинает сомневаться в системе. Вообще, то есть, сейчас только чтобы закончить мысль, то есть начать с того, что утопии сами по себе, классические утопии, которые дали название, собственно, жанру и стали определяющими для него, они уже для нас, ну, довольно жутковаты, хотя мы с вами, в принципе, в одной такой утопии проживали некоторое время. А с другой стороны, надо понимать, что у любой утопии непременно есть задворки, да, есть фасад, а есть оборотная сторона. У Мора в утопии есть уголовники, и уголовники занимаются самым грязным каторжным трудом, обеспечивая функционирование этого сияющего, да, со стороны, с фасада государства. Это ровно, ну, сталинская модель, когда у тебя есть фасад некий, мир счастливых рабочих и крестьян, а есть огромная сеть ГУЛАГа по всей стране, где люди каторжным трудом обеспечивают, ну, не знаю, там, существование там, ресурсной части экономики, например, осваивают. Как в случае с Шаламовым, там, да, запасы золота. Далеко ходить не надо. В Древней Греции, знаете, была такая утопическая теория о том, что в недалеком будущем все люди будут свободны и равны, и у каждого будет не менее 5 рабов. Вот это настоящая утопия, это иллюстрация к тому, что ты сказал. Виталий. Я просто, поскольку... А тебе не надо работающего. Да, да. Работает, да. Добрый вечер. Я так понимаю, что в этом формате вопросов и ответов, да, или как? Нет? Но неважно, если уже дискуссия, я просто, поскольку журнал исторический, я хочу сюда еще немножко истории. Вот Дмитрий только что сказал, что у любой утопии или антиутопии есть задворки, но у любой антиутопии и у утопии есть история. Описывая будущее, любая утопия или антиутопия всегда исторична. Потому что у писателя, как я понимаю, нет другого опыта. Да, он всегда, да, и вы всегда, все равно в будущее всегда переносите ваш собственный опыт или опыт человечества прошлый, а он ужасен, поэтому ужасное будущее. С одной стороны. С другой стороны, Замятин явно совершенно делал аллюзию на советские попытки, ранее советские попытки сконструировать идеальное государство, да, где он самый драматичный момент, там, обезличивание, лишение права на собственно, какую-то частную свободу и так далее, проецировал на будущее, доводя до абсолюта. И Оруэлл, будучи офицером разведки, как мы знаем, британской, точно так же описывал, собственно, Советский Союз, известный ему, да, достаточно прозрачно, там, и Троцкого, и Сталина, ну, с небольшой поправкой на тех технологий, которые он додумал. И именно, то есть, с одной стороны, не хотелось бы, там, и мне, там, как писателю, любому писателю, быть слишком сиюминутным, да, чтобы работа не превращалась в памфлет. С другой стороны, без определенного количества четких, реальных, происходящих, исторических или современных тебе каких-то аспектов, ты не получишь настоящую живую вещь. Потому что, например, в такой классической антиутопии у Войновича, там, да, 2042, да, ну, там явно прочитывается весь его жизненный опыт, да, конечно, все его прошлое, конечно, а не будущее. Конечно. Хотя это, он переносит это в будущее, и все, возможно, нас это и ждет. Ну, и просто, чтобы закончить количество, вот этот парад утопии с антиутопической изнанкой, хотелось бы сказать, наверное, что для тех немецких рабочих, которые получали Volkswagen от Гитлера, да, и безработицу, и отсутствие инфляции, гиперинфляции, и вообще там бесплатные детские коляски из концлагеря Биркенау, и часы немножко поцарапанные, которые неизвестно, кто носил до этого, они, в общем, и не задавали этих вопросов, откуда берется вот эта колясочка, кто в ней гугукал раньше, кто носил эти часы, и вполне они были довольны утопической своей частью этой жизни, да. И вот это умение закрывать глаза или абстрагироваться, не думать о том, что за утопию надо платить, оно вообще людям свойственно. И вот об этом можно тоже, в принципе, отдельно разговаривать. То есть мы с вами хотим сконцентрироваться на утопической части всегда, да? Например, там один, допустим, какой-то абстрактный полуостров становится нашим. А на антиутопической... Кольский полуостров, наконец, он становится островом, главное. А как за это приходится расплачиваться антиутопически, да? Мы об этом предпочитаем не думать, да. Я думаю, что мы можем говорить долго, потому что мы это в курилках обсуждаем, и когда Дмитрий приходит на эхо, мы там это все дискутируем, но желательно, конечно, разбавить наши взгляды вашими вопросами. Есть вопросы уже готовы? Какие-то в зале? Я первый вопрос задам. Я вот хочу какой вопрос задать. Алексей Алексеевич сказал, что вот интересно читать, как в антиутопиях воплотились, как они потом, вернее, как сами книги потом воплощаются в жизнь. А вот как вы думаете, и понятно, что нашему поколению вот интересно читать, как написал 84, потом, значит, как это все воплотилось. Но мы заметили, что классические антиутопии пользуются огромным успехом у нашей молодежи. У нас среди самых читаемых книг за десятилетие 1984 Оруэлла, Хаксли и как раз 451 градус по Фаренгейту. Вот скажите, как вы думаете, почему молодежь к этому жанру? Вот что ее здесь привлекает все-таки? Я думаю, что сейчас скажу страшную вещь, социологически показано, что к суициду расположены подростки и юноши и девушки. К суициду.
Это социальный суицид. Собственно говоря, это некое, на мой взгляд, это некое обобщение, вот эти антиутопии, да, поместить себя. Когда человек читает книгу, что он делает? Ну, я имею в виду, когда он вдумчиво читает книгу. Он невольно помещает себя внутрь и применяет на себя одежду какого-нибудь героя или судьбу. Где бы я был в 1984? Что бы я делал в «Детях капитана Гранта»? Там, ну, для Демарского там ближе, где бы я был в «Сказке Колобок», но это тоже сложный, я бы сказал, вопрос на самом деле. Вот, поэтому на самом деле мне кажется, что это правда, мы тоже обращаем внимание, это вообще тоже антиутопия. Да, конечно, антиутопия, конечно, все кончилось плохо. Для всех причем, начиная с лисы, которая отравилась там потом. Как у Андрея Пинжо в последнем номере, Колобок говорит, женюсь ли я на пицце, я полю в Италию. Да, ну вот, значит, мне просто кажется, что вот такая подростковая, она бывает и у взрослых людей, такая радикальная подростковая, подростковый выбор, я бы сказал. Знаете, у меня тут недавно, вчера, состоялась переписка с основателем Телеграма Павлом Дуровым, и я его там спрашиваю, что тебе важнее, там, процесс или результат? Мне интересно, как человек, который создает вот такой новый мир, да, который создал там ВКонтакте, который создал Телеграм, мне просто, а он сидит где-то там в Финляндии, где-то, мы переписываемся, мы общаемся. И он мне написал, мне, конечно, важнее процесс, результат у нас у всех один. Так, в общем, 30 лет парню, но, может быть, это именно его подростковое восприятие позволило ему создавать новый мир. Да, но вот мне кажется, что подростки свойственны к такому мрачному видению, не солнечному, не уставшему, что ли, слишком четкому, слишком яркому, слишком двуцветному. Вот я не знаю, Дим, ты что? Мне кажется, это то же самое, что молодежь, наверное, скорее, а не среднее и старшее поколение, которое предпочитает фильмы ужасов. Не, у меня другое объяснение совершенно. Я, поскольку, ну, немножко раньше, меньше времени отделяет меня от этого возраста, я еще кое-что помню. Мне кажется, что все дело в бунте, на самом деле. Потому что любая антиутопия, так или иначе, она связана с удавшимся или чаще неудавшимся бунтом против системы. И с этой системой, совершенно очевидно, любой подросток, во-первых, отождествляет, ну, гнет родителей, которые ему массу не позволяют, да? Например, гулять допоздна, приходить домой пьяным, оставаться дома у непонятного, значит, человека из братской республики. Ну, вообще, в принципе. То есть есть масса запретов, да? И эти запреты связаны, прежде всего, с безопасностью человека, но подросток это, безусловно, воспринимает как прямое и жесткое покушение на свою свободу, в которой только-только начал какой-то смысл. И он это проецирует, вот популярность, высокая популярность субжанра, так называемой Young Adult Dystopia, вот антиутопия для молодых взрослых, да, для подростков. Пример вот стоящего здесь, бегущий там в лабиринте, в той или иной степени, но, например, «Голодные игры». Есть чудовищная, несправедливая, придуманная, конечно же, взрослыми, система, которая подавляет любого человека, в особенности молодого человека. И есть молодой герой, который решает против этой системы взбунтоваться. Взрослые все в этот мир уже встроены, да, они уже свои позиции в этом мире нашли. Не всех, конечно, эти позиции оказались удачными, у некоторых там это на четвереньках, и у многих довольно. А дети там, вырастая с этим своим свойственным максимализмом, не хотят, ну, во-первых, им лень встраиваться, строить карьеру десятилетия, они хотят просто сломать эту систему, вынести ее и устроить какой-то новый, чуть дивный, прекрасный мир, подходящий для себя и по своим собственным правилам, да. Просто потому что встраивает систему, это долго, это трудозатратно, и вообще она устроена по-идиотски, зачем? Поэтому проще ее, конечно, раскурочить. И мне кажется, что увлечение подростков антиутопиями, классическими социальными антиутопиями, да, оно связано именно прежде всего с тем, что они видят здесь себя. Есть дурацкая, придуманная взрослыми система, государство, система воспитания, образование, карьера мучительная и неудающаяся гарантированно у всех, попытки там навязать тебе какое-то мировосприятие, модель успеха, общество потребления и так далее. Зачем? Это все неправильно, отсюда подростковый анархизм, там панки и так далее, отсюда подростковое увлечение любыми экстремистскими идеологиями, потому что они предлагают упрощенную, да, альтернативу, очень черно-белую альтернативу, будь это национал-социализм, будь это коммунизм. Любые идеологии, они, в принципе, как прокрустово ложе, должны обязательно либо ноги, либо голову, в общем, человеку отрезать. И только дойдя до определенной точки в жизни, ты понимаешь, что, ну, никакая идеология, в принципе, не способна жизнь во всем ее, во всей ее сложности, многообразии исчерпывающе объяснить. Это неизбежное упрощение. Но когда ты подросток, ты еще не столкнулся с этим огромным количеством противоречий. Ты не понимаешь, что ты не можешь жизнь уложить в одну формулу. Тебе кажется, что жизнь может быть уложена в одну формулу, больше того, есть формулы, которые предпишут идеальную жизнь. Надо просто взять, там, не знаю, в руки камень, палку, взломать, там, не знаю, какой-нибудь сайт и так далее, и все сразу закрутится. Из-за чего часто очень этими подростками либо экстремисты, либо спецслужбы прекрасно манипулируют. Но истоки популярности, повторюсь, например, закругляю весь этот бесконечный треп, истоки популярности антиутопии у подростков, мне кажется, связаны именно с желанием бунта против идиотской системы, которую придумали взрослые. Точка. И для этого посмотреть на идиотскую систему, как она выглядит. Да, да, это, ну, то есть, вот, а у них еще более идиотская система, но они бунтуют, и вот некоторые побеждают. Ну, в подростковых антиутопиях они побеждают, во взрослых антиутопиях они проигрывают, потому что взрослые антиутопии пишут взрослые умные люди. Ну вот у нас очень разновозрастная аудитория. А давайте ее спросим. Кто любит читать романы антиутопии? У кого они среди любимых книг? Поднимите руки. Вот. Нет, вот я не люблю романы антиутопии, одна среди вас, наверное. Кто-то со мной кто-то есть, кто не любит? Нет, я одна осталась. Ну, значит, вот так. Тогда, пожалуйста, вопросы. Добрый вечер, я Неустроев Николай, у меня такой вопрос. А почему люди перестали читать утопии именно? Просто скучно или есть какие-то иные причины? Дико скучные, конечно. Потому что утопия, сейчас я Алексею Алексеевичу передам, что лучше знать, потому что это просто дидактика скучная, это заунывная педагогика. Вот так, правильно, и все. А антиутопия — это всегда приключение, это всегда драма, и это всегда беготня и страсти, и, ну, иначе, как бы, понимаете, да? Борьба. Люди же, человек размножается через борьбу и существует всю жизнь через борьбу. Владимир Владимирович, кстати, сказал, что счастье потом есть движение к цели через сопротивление. Потом как они, хорошей потом диссертации, они, вовремя ввернул. Потом они знают, что утопия — это утопия, а антиутопии сбываются.
Вы знаете, утопии же были популярны. Я даже не могу вам сказать, когда утопии были популярны. Вот популярны. Потому что если мы говорим о утопиях, которые писались в Средневековье, да, то их читал узкий круг властителей. Потому что были грамотные. Если говорить об утопии, скажем, ну, собственно говоря, Октябрьская революция, это силовая попытка, да, создать утопический мир. Это от очень тяжелой жизни. Так же, как в Кампучии. Это от очень тяжелой жизни, от безвыходной жизни. Мне кажется, что современный мир, имея в виду плюс виртуальный мир, который часть современного, дает возможность бежать от там, где эта жизнь невозможная, там, где эта жизнь кажется безвыходной, а что, я открыл гаджет. Я выходный. Я побеждаю в компьютерных играх, да? Я играю в каких-то международных, я про своего сына сейчас говорю, играю в каких-то международных командах, да, и побеждаю где-то там. То есть у меня есть выход. А утопии были популярны, когда выхода не было. Я не говорю сейчас, что это настоящий выход, но все не настоящий выход, да? Все не полный выход. Но мне кажется, моя точка зрения, что там, где есть дополнительный выход, там утопии, тут я присоединяюсь к ними, она становится менее интересной, она пресной становится. Если мы говорим о Стругацких, давайте вспомним их утопию «Полдень 22 век», да? Это же теплая водичка. Нажал кнопку, упала еда. Нажал кнопку, стал летчиком-профессионалом. Нажал кнопку, полетел на Луну. Все, что хочешь. Все, что хочешь. Неинтересно. Дорогие друзья, пожалуйста. Пожалуйста. Опять-таки, вспомним Стругацких стажеров, вспомним Стругацких, считается с интересом, но это утопия. Вспомним с самого начала, вспомним, не знаю, как в «Солнечном городе», да, я читал с интересом. Правда, я читал с интересом и на Луне, но в «Солнечном городе» или даже, что там было первое-то? «Цветочном городе», тоже интересно. Нет, это не столь однозначно, как вы излагаете. Утопия тоже читается с интересом, и если немножечко сосредоточиться, я думаю, можно вспомнить что-то и у Стругацких. Это скорее реплика. А вы не противоречите нисколько, потому что я думаю, что здесь многие читали Стругацких, и если вы же говорите о стажерах, в чем я с вами абсолютно согласен, то при чем тут утопия? Это, извините меня, как раз выход из утопического государства, там, где борьба, там, где гибнут друзья. Это как раз не полдень 21 век, где по кнопочке падает еда. Это как раз из утопического государства уход, извините меня, пожалуйста, как там на Дикий Запад, для сравнения. Конечно, интересно читается. Конечно, приключенческая литература, мне интересно, я думаю, сейчас бы я интересно и помещал бы себя как мальчишка с теми, кто полетел, а не с теми, кто остался на земле в утопическом государстве. Это как раз, на мой взгляд, борьба с утопией, поэтому я с вами абсолютно согласен, у нас нет никакого противоречия. Просто, на самом деле, есть люди, наверное, которым интересно было бы жить в городе солнца Томмазо Кампанеллы и сейчас, особенно если наверху там, да, когда у вас там все эти там внизу там, да, это тоже утопическая вещь. Нет, мы говорим о том, что нынешний мир, он более, мне кажется, что он, давайте я совсем скажу грубо. Не политкорректно, не люблю политкорректность. Вот как сейчас принято политкорректно говорить, человек с ограниченными возможностями. Инвалид, грубо говоря. Представляете себе, да? Что такое их возможности были во всем мире, даже не в Советском Союзе, во всем мире 60 лет назад. Вот я балды взял 60 лет назад, ну, в каком-нибудь 55-м году, в год моего рождения. Вот какие были возможности у человека себя реализовать в инвалидном кресле? У нас чуть побольше там. И какие возможности сейчас? Просто возможности. Да, да, просто возможности. И тогда ему не надо себя представлять борцом, человеком с руками, с победителем на боксерском ринге. Он победитель здесь может быть. У него есть такие возможности. А 60 лет назад их таких не было. 60 лет назад он мог только мечтать и читать утопические романы о том, как у людей можно выращивать конечности, да, о том, как человек, как Илья Муромец, 30 лет лежал на печи, встал и пошел. Сколько таких людей, сколько таких детей видело себя Ильей Муромцем? Сколько? Это была утопическая сказка. Не обязательно. Сейчас, да, важно. Не обязательно. Себя можно реализовать по-другому. Это не значит, что все себя реализуют, но возможности есть. Поэтому, и возвращаясь к вашему вопросу, поэтому такие вот утопические вещи, ну, Илья Мур, ну, лежал, ну, встал, ну, пошел. Ну, вот. Добрый вечер. Хотелось в контексте разговора об антиутопиях уточнить. Вот в последний, по времени выхода книги Дмитрия, была одна довольно страшная сцена, где голодающие люди просили еды, им говорили, чтобы они разошлись с несанкционированного митинга. Ну, примерно так. И сейчас много политологов говорят о том, что рано или поздно телевизор будет побежден пустеющим холодильником. Как вам кажется, это примерно вот так не может закончиться? Ну, вы знаете, создание как бы Национальной гвардии, спешно переименованной, значит, Росгвардии, да, или там, в общем... Так или иначе, мне кажется, это явно подготовка к таким сценариям. Там немножко на два шага вперед думает наше любимое руководство, да? Да. И они вот ровно после разговора, после эфира на Эхе, они переименовали Нацгвардию. Ну, конечно, не за нас, да? Нет. Это мы не знаем. Но, в общем, конечно, я думаю, что к этому сценарию подготовка ведется. На всякий случай, да, потому что этот русский народ, он вроде сидит, там лежит на печи. Потом раз, и все в кровище. И никто не понимает, что случилось. Вот у Олега Кашина есть там, он любит такие случаи, когда шел по улице человек, потом взял там шило и натыкал в другом человеке 28 дырок, а потом еще пришел, сходил домой за топором, пришел, отрубил ему голову. Это такие вполне национальные в нашем духе вещи. И, ну, совершенно без мотивации. А уж если есть повод, там жрать нечего, например, да, мне кажется, что всякое может стрястись. И, опять же, этим... чудесные зефирные опросы в ЦИОМа, по которым все хорошо, все за, все улыбаются и шагают строем, видимо, есть какие-то альтернативные опросы, потому что если бы не было альтернативных опросов, не было бы необходимости подчинять 400 тысяч вооруженных человек лично президенту, которого это напрямую касается. Да? Вот. Видимо, не доверяя вообще уже никому, просто вот я захотел, вот они взяли, значит, и вышли на улицы под ружьем. Ну, то есть,
мне очень хочется верить, что все это, ну, говоря о метро 2035, извините за минуту саморекламы, это книга, которая суммирует немного нашу с вами жизнь за последние 100 лет. Начиная от, ну так, метафорически, скажем так, начиная от жизни в царской России через Советский Союз и к нынешним временам, да. И с одной стороны, национальная наша вот эта готовность отказаться от личной свободы ради великих достижений там государства и общности нашей. И необходимость во враге внешнем, и неумение жить без внешнего врага, который мы могли бы себя противопоставить, чтобы обрести какой-то смысл жизни. И готовность наша верить приятной лжи в большей степени, чем неприятной правде. И наша вот эта падкость на самую такую, ну, грубую пропаганду, да? А с другой стороны, это в этом ничего уникального-то и нет. Потому что есть масса режимов в Латинской Америке, которые так процветают за счет тех же приемов, изученных людьми, где здесь находится этот Китай-город там. Значит, вот оттуда, со Старой площади. И в нацистской Германии эти методы были опробованы, и все работает. Вот, поэтому мне хотелось просто суммировать и показать, что вот наше сидение тысячелетнее под землей, в метро, до того, как у кустурицы, просто в подземелье, да, оно должно в какой-то момент прерваться. То есть люди должны понять, что есть мир за пределами. И когда даже пытаются тебе сказать, что никакого мира за пределами нет, это не так. Можно просто подняться наверх. А я хочу сказать, что вот иногда за такими стаканами, но с другой жидкостью, когда ты дискутируешь с людьми, принимающими решения, если вы спрашиваете про них, сейчас вынесем президента за скобки, потому что таких разговоров у меня с президентом не было, но с его людьми было. Знаете, какая любимая тема последних нескольких лет дискуссии? Это тема справедливости. Что есть справедливость? Вечная тема. И на самом первом уровне, это, кстати, касается утопий, вот как только ставишь вопрос, что справедливо? Справедливо. Нечестно, а справедливо. Всем поровну или каждому по заслугам? И дальше люди начинают растекаться. На такой простенький вопрос, если вы сейчас спросите себя, вот спросите себя, вы поймете, что нет однозначного ответа. Да? Возвращаясь к вопросу, если каждому сколько он наработал, сколько он смог наработать, я сразу приведу пример опять инвалидов. Мы рождаемся с неравными способностями. Да? А если всем поровну, то чего тогда ломаться? Если всем и так поровну, чего тогда совершать? То есть нет ответа, понимаете? Возвращаясь к вашему вопросу, эта история опять-таки, скажем, с тем же Крымом. Когда обсуждаешь с людьми, которые участвовали в принятии этого решения, участвовали непосредственно, и они говорят там, типа, ну ты понимаешь, что справедливо, что Крым российский. Вот справедливо. Слово ведь справедливо не кодифицируется, да? Это же утопия, да, мы хотели. Значит, если ты отвечаешь им так, да, наверное, это справедливо, но забрали-то его несправедливо, нечестно, и начинает высекаться искра, какая справедливость справедливее? А ответа-то опять нет. А ответа-то вот, как начинаешь в себе, там один уже, там дома, начинаешь думать над этим. И это вроде, и так вроде, и так далее. Поэтому, собственно говоря, утопии, да, это стремление к справедливости, которое, на мой взгляд, которое недостижимо. Антиутопия – это взрыв справедливости искусственной. Через несправедливость. И каждый человек, вы знаете, вот каждый человек, я общаюсь с огромным количеством людей, там, индивидуально, которых вы видите по телевизору, естественно, и вы знаете, у них у всех, они все индивидуальны, у них у всех свое понимание. Кто-то начинает разминать справедливость, несправедливость, что делает утопия или антиутопия, она выстраивает и выравнивает. И мы видим толпу и массу. И мы видим бессмысленность этих историй. Поэтому ответа нет, или вернее, у каждого из вас отдельный ответ в каждую единицу времени. То, что вам сегодня кажется справедливым, завтра точно вам покажется несправедливым. Я думаю, что каждый в своей жизни такие случаи найдет. Поэтому утопия – это литературный, и антиутопия – это литературный прием, это нарисованный мир, но при этом, к сожалению, две самые крутые, не считая Дмитрия, российские утопии, антиутопии литературные, я имею в виду «День опричника» и «Войновича 2042», они сбываются на наших глазах. И станите! Мама родная, я же это уже читал. Это как у меня со Стругацкими. Знаете, там, когда Александр Исаевич Солженицын, уважаемый, да, сюда вернулся. Вы помните, как он возвращался? Ну, не на коне, но на поезде. Но я был среди тех, кто его встречал. Понимаете? Я в этой толпе бешеный, был такой же бешеный. Мне казалось, это восстановление справедливости. И я не видел, что вся эта история путешествия с Дальнего Востока, проезд через всю Россию, это выстроенный, замечательный театр, да, равный белому коню, уже описанному до этого. Войнович, как Войнович это догадался? Каким образом он это описал? И продолжает все сбываться. Роль церкви, помните, да? Там, ну вот, отец Звездоний. Вот все, вот они на телевизоре. Почему, как, от чего? Поэтому относиться к этому только как к литературе я бы не стал. Вот все-таки у них вот здесь вот что-то есть, наверное, чего нам не дано. Я бы к ним прислушивался. Я хотел бы еще раз вернуться к вопросу, что антиутопия особенно популярна среди молодежи или молодого поколения. А откуда берут молодые люди тогда свои утопии, если смотреть все-таки, что интернет, все научно-технические новшества определяются молодыми людьми, да, то есть это не люди 40+, а уже там 20-25. Это же невозможно построить без какой-то утопии в голове тоже, какой-то идеи утопии. Но... Или уже в самой каждой антиутопии тоже зарождается утопия? Это все происходит, мне кажется, произрастает из тех же самых семян и корней. Происходит тут недовольство тем, как устроено общество. Да? Бунт там Сноудена против АНБ, попытка Дурова наделить ВКонтакте миссии, Телеграм, который он создает прямо с миссией с определенной. Да? Знаете, есть мода у всяких деньговысасывающих корпораций притвориться, что у них есть какая-то миссия. Их там маркетологи этому учат. Но у Дурова прямо, то есть я с ним тоже несколько раз общался лично, он прямо для него это определяющий фактор какой-то. Он хочет, чтобы его продукты меняли в определенной степени мир. Это очень идеологизированный человек, либертарианец и так далее. Да? То есть, и, ну, допустим, он как философ не очень подкован, но, безусловно, он делает это ради чего-то. Не просто ради того, чтобы зарабатывать денег. Да? Потому что, видимо, то, что у него есть, ему вполне достаточно для счастья. А он хочет менять мир. И много
людей, приходящих, Цукерберг тот же самый. И, кстати, у него, вот Facebook — это отдельная тема. Цукерберга не раз упрекали за излишнюю прозрачность, за то, что все твои переписочки с девочками, они твоей жене прекрасно видны. Да, потому что люди, с которыми ты переписываешься, они в топе возникают. Она говорит, это кто? А ты говоришь, ну, это по работе. Вот, например. Ну и вообще, и Цукербергу этот вопрос не раз задавали. А зачем вы делаете это настолько прозрачным? Почему одного человека другой человек может по Фейсбуку запалить? Это же нарушает право на частную жизнь. А на что Цукерберг, в то время еще 25-летний, сказал, тот, у кого чиста совесть, тому нечего скрывать. Но это Цукерберг сказал 25-летний, да? Несчастный идеалист, сука. А когда он к 35 годам столкнется уже с тем, что значит, жена его, сказать, делает, так сказать, главный мозг, что он завел себе роман на стороне, вот это все. Он поймет, что он немножко заблуждался, да, по поводу своих мнений более максималистских и юношеских, потому что можно, нельзя. Он поймет, зачем человеку нужно privacy. Зачем, почему люди не моногамные по своей природе, в принципе, так оберегают, американцы особенно, так оберегают свою частную личную жизнь от чужих глаз. А большинство американцев совершенно нечего прятать от закона, да? Кроме, может быть, одного за 10 лет романа на стороне. И тем не менее, они к этому очень бережно относятся. А Цукерберг пока этого не понял. И вот он строит утопическое счастливое общество, где нет места злу, где все радостно улыбаются, где грустный смайлик был введен только через 10 лет после существования сети. От этого можно было только говорить, эй, как все здорово. То есть он строит совершенную утопию. У него миссия — построить новый мир, новый формат для существования, новый фреймворк для существования общества. Да? А потом общество, ну, как бы человек-то, природа человеческого не может поменять все равно, потому что человек остается тем же самым пещерным обитателем, которым был. Цивилизация существует 10 тысяч лет, человек как вид миллион, за этот процент существования цивилизации, конечно, мы не можем перебороть определяющие нас животные пещерные инстинкты и рефлексы. И вот попытка создать утопию в сети оборачивается тем, что ему приходится все это отрихтовывать под реальность. Дима, а вот утопия, если мы говорим о социальных сетях или о девайсах, ну, это вообще утопия или нет? Мне кажется, что утопия – это только другое или не другое, какое-то идеальное социальное устройство, общественное устройство. Потому что если говорить о девайсах новых, да, или о социальной сети, то в конце тогда Жюль Верн тоже там утопию рисовал, да? А я думаю, что нет. Мне кажется, что это скорее там какие-то на уровне там фантастики, да, придумывание каких-то новых, еще раз скажу, девайсов. Все-таки утопия, это, еще раз повторю, это общественное устройство. Вот это почему, система. Дымарский, ну, думает, ладно, что выучив слово девайс, он забыл о колобке. Нет, ты остался на той же. Я просто хочу сказать, что смотрите, про социальные сети. Я очень много сейчас думаю про социальные сети и занимаюсь ими. Вы представьте, у вас наверняка у большинства из вас есть какие-то аккаунты, да? Вы же там создаете свой утопический мир. Извините, только уже не общественный, а индивидуальный. Вы придумываете себе часто там свою биографию. Иногда свой внешний вид. Вы придумываете свои связи с известными людьми или с людьми, с которыми вы хотите иметь какие-то знакомства. И те люди, которые заходят в ваши аккаунты, ваши друзья или фолловеры, они видят не вас, а тех, кого вы придумали, и ту жизнь, которую вы придумали для себя. Условно говоря, вы не пишете там о своей болезни. Вы пишете, что вы красивый и здоровый, и люди, с которыми с вами общаются, говорят, красивый и здоровый. А вы так ведете, а я вчера катался на лыжах, да, там, и поставил мировой рекорд, что нет? Да в любой области, да. Поэтому социально, это я возражаю Виталию, поэтому, на мой взгляд, как мне сейчас кажется, социальная сеть – это абсолютно индивидуальный утопический мир. Даже когда вы это делаете несознательно, даже когда я это делаю, когда я говорю «вы», я говорю «мы», да, несознательно. Это не тот Венедиктов, который вы видите перед собой, не тот Венедиктов, который знает моя семья или мои слушатели. Конечно, я в социальных сетях, в Инстаграме и в Твиттере сотворил себя другого. И те люди, которые меня знают только там, то мое комьюнити, а у меня большое там комьюнити, да, у меня там 17 тысяч в Инстаграме и 600 тысяч в Твиттере, да, они знают меня нарисованного, такого, как я себе нарисовал, себя, думая об этом или нет. Поэтому это новый этап утопии, на мой взгляд, абсолютно, для наших близких или дальних, которых мы не знаем. Поэтому я с тобой не согласен. Это не обязательно общественное, это может быть индивидуальная утопия, и мы строим этот мир. Да, я в продолжение хотел сказать, что дело-то не в девайсах, да, а дело именно в попытке структурировать человеческое общение. Он пытается, Цукерберг пытается, и Дуров пытается создать новую структуру общества, отнести куда-то в какие-то группы твоих друзей, регламентировать, больше того, что меня дико бесит в Фейсбуке, то, что ты будешь видеть, за тебя они сейчас решат, чьи сообщения, новости, переживания ты будешь видеть, а чьи ты видеть не будешь. Если ты там неделю не полайкал определенного своего друга, например, потому что в сеть не заходил, тебе больше не предложат его. За тебя алгоритм, это уже начинается реальная антиутопия, когда за тебя машина на основании каких-то формул математических, да, которые там справедливы для большинства, но несправедливы во всех частных случаях, она будет для тебя, за тебя решать, как и с кем ты будешь общаться. Это когда они решили отсеивать и отфильтровывать негативные новости, например. То есть, чтобы сделать тебя якобы счастливей, но тем самым лишая тебя реальной картины мира. Ну, чем это лучше, там, политики Первого канала, которые за тебя решают, из чего твой мир будет состоять, да? Вот это есть в нашем мире, а вот это в нашем мире нет. Вот в нашей счастливой утопии, в нашей там новой вот этой опричной империи, вот это бывает, а вот это не бывает. Вот это произошло, а этого сегодня не было. Ну, и руководствуясь другими соображениями, пытаясь якобы там, или не якобы, да, но он, это человек, который пытается стать счастливым обществом, но только он про людей, про общество еще ничего не понял. И, ну, начать с того, что он сам, видимо, достаточно, как-то по-русски это сказать, за шоренный человек. Я думаю, что он не очень социально успешен, что его и сподвигло Цукерберг к формированию этой сети, как мы знаем из фильма Дэвида Финчера, он там пытался с девочками познакомиться таким способом. То есть человек, который не обладает какими-то социальными навыками. Может быть, вообще он даже не вполне полноценен с точки зрения этих социальных навыков. Он не понимает, у него, может, эмпатии нет, он не умеет общаться с людьми. И этот человек, опираясь на опыт айтишников и инженеров, начинает каким-то образом регламентировать наше. Что-то он понял, да, потому что социальные сети аддиктивны, то есть мы к ним привязываемся. Какие-то психологические механизмы были угаданы, но какие-то вещи
он за нас понял неправильно. А какие-то вещи он начинает в нас вообще-то формировать. То есть, начиная это все как, в принципе, не бескорыстный к тому же, да, потому что мы платим, просматривая рекламу, эксперимент социальный, исходя из своих собственных убеждений, взглядов, на то, как правильно было бы устроить общество, он начинает реально формировать социальные привычки целого поколения. Двух поколений. Сколько там? 1,5 миллиарда пользователей в Фейсбуке. Во всем мире. То есть влияние этого человека на наши привычки социальные, на наши умения социальные, оно гигантское. Я не знаю, сколько там. Вот тема для диссертации, на самом деле. И мы это до сих пор не поняли. И можем ли мы себя вот так взять и верить этому человеку? Не ясно. Но те бонусы, которые предлагают, это социальное, там, поглаживание, оценка, самооценка. Прежде всего, это вопрос самооценки, конечно, решается, да? Потому что ты делишься новостями, собираешь лайки, у тебя улучшается настроение, потом ты почитал немного либеральной прессы, у тебя ухудшилось настроение, вот, потом ты почитал немного там православно-патриотическое, и у тебя там появилось желание кому-нибудь набить морду, и вот как-то так. Ну ладно, в общем, не знаю, чем. Спасибо. Меня зовут Людмила, у меня вопросы к Алексею и Дмитрию. Дмитрий, вам вопрос такой. Скажите, пожалуйста, а в чем особенность, характеристика, фокус мышления человека, который пишет антиутопию? Что такая за хитрость взгляда на мир, что вычленяется именно вот этот аспект, выносится, и почему-то внутри какой-то огонь горит, который нужно, в общем-то, реализовать? Вообще, я довольно позитивный человек в жизни-то, понимаете? То есть всю свою негативную, какую-то мрачную сторону я как раз вымещаю в свои вот эти сомнительные книги. Но при этом мне интересно вот именно пытаться угадывать. Опять же, я ничего мистического в этой своей способности не вижу. То есть я очень интересуюсь тем, что происходит в жизни и в обществе. Меня очень интересуют взаимоотношения народа и власти. Очень. И при этом они меня интересуют как наблюдатели. То есть я минимум теории, максимум практики. Да? Я пытаюсь в этом разобраться, отсеять вот это чудовищное, невероятное количество шелухи и мишуры, которые замусоривает информационное пространство, которое нужно исключительно в качестве механизмов подчинения и оглупления с целью подчинения масс людям. И мне интересно вот здесь именно существование, принцип существования общества. Да? Дальше я пытаюсь, либо принимая текущие какие-то тенденции за тот самый правильный вектор, спроецировать это на будущее, понять, до чего это может довести. И многие, на самом деле, антиутопии, в особенности технические антиутопии, да, которые влияние технологий на общество обсуждают, все сюда весь киберпанк, например, идет, да, они берут текущий тренд и доводят его до абсолюта. И социальное тоже. Ну, Замятин, собственно, видит, что происходит, как Россия царская превращается в новый какой-то невиданный Советский Союз, и в 20-х годах напишет «мы». Да, или Орел разбирается в том, что кроется за радужным таким плакатным фасадом Советского Союза, и пишет 1984, перенося это на свою родную почву. То есть здесь есть попытка оттолкнуться от реалий и именно спроецировать их. Для меня это интересно именно как какой-то социологический, аналитический опыт. Да? Я поэтому не считаю себя ни оракулом, ни пророком, да? А те случаи, когда мне удается угадывать, а у меня их довольно много. Там у меня книжка «Рассказы о родине», и там угадан, например, случай, когда Медведев с Путиным ныряют с аквалангами. Описано за 2 года до этого. Увольнение Суркова, которого покинул вдохновение, описано за там, год до увольнения. Масса случаев. У меня там есть сюжет про то, как башни Кремля оказываются вкопанными инопланетными кораблями, потому что нас колонизировали когда-то давно. Ну, только этим можно объяснить вот, равнодушие чиновников к народу, потому что, в принципе, это какая-то туземная просто раса под ногами копошится, а у них здесь недалеко потерпел их флот крушение, и они вот вкопали башни, замаскировали их. Вот, а потом они при помощи коррупции собрали необходимые средства для починки и улетают. А вы не читали, что? Ну вот после того, как я это написал, патриарх Кирилл сказал, что хочет полететь в космос. А там у меня есть сцена, где идет дым от колокольни Ивана Великого, потому что они прогревают ее там. И храм Христа Спасителя тоже так уже начинает парить. Вот, потому что, ну, а эти созвездия Южного Креста, а эти с Большой Медведицы, там две. Одни за души, а другие за материальные ресурсы. Ну, правильно, все в метро 2035, все. Вот, и здесь... Просто мне кажется, что мне удалось разобраться во всем вранье и чуть-чуть докопаться до сути этой системы, понимаете? Вот, и когда ты понимаешь, как она устроена, ну, то есть, а тебе, ну, нигде не скажут правду. Алексей Алексеевич ему говорит правду, но он тоже вынужден одновременно пустить несколько людей, которые говорят неправду. Ну, чтобы просто, ну, иначе вообще не будет больше свободной прессы на стране. Иначе мы не встретимся. Осталось последнее на убежище. Ну, вот. У меня еще один вопрос, если можно. У нас всего еще 2 вопроса, поэтому надо дать другим людям, пожалуйста. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Помечтать о будущем и об устройстве мира и общества есть, конечно, у всех такое желание. Часто, и тем более в юности, оно движется скорее личным бунтом против своих же личных каких-то препятствий локальных. Но в целом и желание все равно остается, даже после преодоления этих бунтов. И есть все-таки какая-то потребность общая в этом, у всего общества. Как-то планировать свою жизнь, это нормально. Такой вопрос. Что если как утопия, так и антиутопия – это некие маргинальные точки, куда не стоит заходить, как не нужно делать, если ты строишь свою и тем более общественную жизнь. Вот вы, как 3 известных человека, имеющие способность влиять на умы людей через журнал, через книги, через радио, через социальные сети, и в любом случае через свою известность, что бы вы ни сказали, это будет иметь какой-то вес.
Даже если бы вы не строили, не призывали завтра к изменению или построению какого-то будущего, а просто вот выражали бы свои мысли, это все равно к этому прислушивается. Так вот, если вы на секунду, на минуту себя представите героями фильма «Пандорум», где с умирающей Земли отправляется космический корабль, и потом Земля умирает полностью, уничтожается, то есть нет никакого возврата назад. И да, и они приземляются на планету, всего лишь 1500 человек, и им, по сути, заново отстраивать все человечество с нуля. Так вот, если бы вы вдруг оказались на месте этих людей и имели некое влияние там, и, допустим, у вас не было бы возможности построить чисто тоталитарное общество под себя самого, какие хотя бы рэперные точки, маяки вы бы выстроили? Я бы построил тоталитарное общество, конечно. Я думаю, что те, кто меня знает, ну, само собой, на самом деле. Нет, да, нет. История заключается в том, что, я не знаю, как мои коллеги, я давно руководствуюсь чувством, понимаемой в каждый отдельный момент, справедливости. Поэтому я не знаю, какое чувство справедливости будет у меня, когда в вашей ситуации я бы оказался. Я не знаю, что бы я тогда считал справедливым, слишком много факторов. Может быть, я бы счел, что для того, чтобы выжить там, нужно строить тоталитарное общество, потому что я самый умный, самый опытный, и нет времени на дискуссии. Да? Цитата от Владимира Владимировича. Не надо дискутировать, очень долго уходит на дискуссии, а у нас кругом угрозы. То есть, если так посчитать рационально, то можно представить себе, что это эффективно. А что я хочу, справедливости или эффективности? Следующая развилка. И в какой момент я буду считать, что эффективность важнее или справедливость важнее? Нет ответа. Я думаю, понимаете, в чем дело? Вот Венедиктов очень правильно с одной стороны сказал, там, действительно, вот это взаимоотношение между социальной справедливостью и эффективностью экономической, в общем, на этом вся строится жизнь сегодня, ну, тех стран, которые мы называем там цивилизованными, демократическими и так далее, да, нарушается понимание общественным, неким, да, общим, социальная справедливость, и так, ну, я сейчас очень схематично говорю, там, и какой-нибудь Франции там приходят к власти социалисты, да, левые. Потом они начинают проводить свое понимание социальной справедливости, начинает экономика сразу хромать, приходят правые, грубо, опять же, да, и начинают заниматься экономической эффективностью и наплевать им на всякую социальную справедливость. Вот, так строится мир, строил бы я такой же мир, там вот, на той планете, о которой вы говорите, наверное, нет. Я, наверное, по своему характеру, я бы посмотрел, что построил Венедиктов, и потом начал бы это исправлять. Знаете, это, конечно, возвращает нас к дискуссии о том, готов ли русский народ к демократии. То есть у нас вот эта страна, вот этот Пандорум этот у нас здесь был устроен 20 там, с чем-то лет назад, в 91 году, 25 лет назад, значит, и мы вот опять что-то построили не то. Ну, то есть, как бы начинали вроде строить то, собирались строить то, но получилось, как всегда, по какой-то причине. А когда случайно, поскольку не было ни одной доминирующей, потому что не было правильных людей, которые могли бы считать голоса, случайно посчитали честно, получилось, что Жириновский побеждает. Ну, то есть, это говорит ли это о том, что мы, в принципе, к демократии не готовы, не приспособлены, там, генетически как-то? Но мне кажется, нет. Потому что, когда ты берешь людей и тысячу лет подряд оболваниваешь их, погружая в какую-то воображаемую реальность, которая не соответствует, ну, там, всему, да, вместо того, чтобы образовывать людей, вместо того, чтобы поднимать их уровень, вместо того, чтобы они позволяли им лучше чувствовать контекст, вместо того, чтобы внушать им ответственность за свои судьбы, ты внушаешь им безответственность, ты отучаешь их думать, ты даешь им простые какие-то черно-белые истины готовые, пережеванные, которых им должно быть достаточно, да? Когда ты отсекаешь часть информации о мире, и потом сетуешь на то, что они вдруг как-то не, ну, безответственны, ну, странно, да? Это история с отключенными вот этими не глушилками, а как называется, вот этими башнями-излучателями у Стругацких. Ну, действительно, взять эти излучатели, на которых люди плотно сидели десятилетия, взять и выключить один прекрасный день, разумеется, все будет ломка. Да? Дальше вопрос с Пандорумом. Мне кажется, что никакая система не является самодостаточной, если люди безответственны. То есть первое, чему надо уделять внимание, это просто образование, ну, повышение культурного уровня. Надо людей ставить в контекст, надо объяснять им устройство общества, надо объяснять им устройство экономики, надо, чтобы решения, которые они принимали, люди способны на это. Ну, конечно, не все одинаково интеллектуально одарены, но эти способности развиваются. Человек очень способный к развитию существа. Дальше, что выгодно власти? Чтобы строить тоталитарный режим, нужно людей оболванивать. Ну, ты не можешь мыслящими людьми управлять тоталитарным обществом. Тебе это не получится делать. Ну, они будут сомневаться, тебе так или иначе рано или поздно придется их расстреливать. Ну, Алексей Алексеевич, придется их расстреливать. Он мягкий, с виду человек, но на эхе, видите, железная дисциплина, придется расстрелять, значит придется. Вот. А если ты хочешь, чтобы обошлось без расстрелов, и при этом они не громили тебя магазины, там, не жгли машины и не отправляли тебя в отставку насильственным путем революции, значит, ты должен постепенно, может, через одно поколение, ко второму, этих людей из внутренней пустыни вывести. Проблема в том, что у нас это поколение, вот оно родилось, да, но оно не стало сильно ответственнее. То есть оно стало пофигистическим в большей степени, да? Вот так, пожалуй. То есть по барабану немножко отфильтровывается, просто телевизор меньше смотрит, практически не смотрит, смотрит развлекало там и все. Но сказать, что это стали какие-то новые люди, там, новый русский человек там появился, родился, все равно нельзя. Вот. И этим надо было заниматься. Надо было эти 25 лет, ну хотя бы эти 15 лет нефтяного благополучия, тучные годы, мало того, что реформы проводить, но воспитывать новое поколение людей, которым можно было бы доверить выборы, можно было бы доверить голосование, не боясь, что тебя на завтра, после того, как ты значит, теряешь власть, вздернут на Красной площади, там на лобном месте голову тебя отрубят. Тогда не сыкотно уходить из власти, понимаете? А сейчас, конечно, сыкотно. Кстати, еще я бы добавил, вот вы говорите, там сидят три человека, которые там каким-то образом влияют, ну и много мы повлияли, посмотрите вокруг.
Там, понимаете, а вы думаете, на той планете, на куда вы нас отправляете, будет по-другому? Я думаю, что будет то же самое. Здравствуйте. Попросили кратко, я постараюсь. Ну вот возьмем двух антиутопистов, Оруэлла и Хаксли, ну, на мой взгляд, противоположных. Вот у Оруэлла есть некоторый мир, да, где люди все одинаково несчастны, они свои несчастья объясняют, ну, каким-то внешним врагом, да, есть пятиминутки ненависти, но они понимают, что все они несчастны одинаково и готовы вот с этим мириться. У Хаксли же наоборот, все одинаково счастливы, да, если ты вдруг становишься чуть-чуть несчастным, ты принимаешь таблеточку, а у каждого из нас своя таблеточка, и ты опять счастлив. Вот на ваш взгляд, какая из этих двух моделей наиболее близка к современному обществу и какая из них наиболее опасна? Спасибо. Ну, знаете, я просто не готов согласиться с вашим посылом, поэтому и ответа не будет. С чего-то вы взяли, что люди Оруэлла несчастны? В массе. В массе они счастливы. Счастливы. В массе они счастливы. Это с нашей позиции. Нам кажется, что они несчастливы. Поэтому на самом деле, еще раз повторяю, любая утопия для меня лично, как человека-индивидуалиста, это катастрофа. Потому что утопия, то, о чем говорил Дмитрий Глуховский в самом начале, утопия – это выравнивание. Вот выравнивание. И выравнивание это всегда сострижка, или вернее подтягивание, кого-то, значит, кому-то голову отстригают, а кого-то вытягивают, да? То есть это снизу, сверху, справа. То есть это на самом деле любая утопия, которую пытались сделать, счастливые люди, несчастливые люди, заканчивалась катастрофой, кровавой причем. Потому что бунты, контрбунты, люди не хотят быть равными, это все сказки, что люди хотят быть равными. Поэтому и Хаксли, и Оруэлл, они предупреждали, ребята, не надо так, так не надо. А он говорит, вот так надо, в этом разница. Это по поводу того, что все люди там счастливы, несчастливы. Мне два раза посчастливилось, извините за это слово, побывать в городе Пхеньяне. Да? Я видел Северную Корею. Я видел счастливых людей. Это ужасное зрелище. К вашему вопросу о том, что имеет больше отношение к современному обществу, я, знаете, бывал в двух обществах, где разные модели реализованы. В Соединенных Штатах Америки, стране свободного выбора по всем вопросам, по телевизору больше всего я видел рекламу бургеров и антидепрессантов. Ну, то есть у нас сейчас Фобазол тоже популярен, и не сочтите это за рекламу ведомства там, одной тетеньки, которая раньше была в правительстве. Да, мадам Робидол, она же мадам Фобазол, по-моему, теперь. А теперь Мельдонин. Ну, в общем, так или иначе, в Америке людям рекомендуется ширяться. То есть у вас что-то какие-то проблемы? Ну, не вникайте. Примите таблеточку. Да, и у меня вот есть книжка «Будущее», там тоже люди, как и у Хаксли, который специально перечитывал, пока писал. Будущее. Она очень толстая. Спасибо. Два человека, которые читали мою книгу. Там люди, вот, ну, у тебя есть какие-то сомнения, плохое настроение, прими таблетку, не вникай, не общайся, не надо там исповедаться, общаться с друзьями, пить алкоголь, просто прими таблетку, у тебя улучшится механическое настроение. С другой стороны, мы прекрасно видим в нашей с вами стране, которую мы так любим, противопоставляется Соединенным Штатам Америки, да, прекрасность, пятиминутки ненависти, вот то, что нас заставили за полгода возненавидеть Украину, ну, это идеальные пятиминутки ненависти. Антиутопический, фантастический сценарий провернули не на немцах, в 30-х годах, там не на камбоджийцах, кампучийцах, а на нас с вами. И идеально подействовало. 86% населения возненавидело украинскую хунту, считая, что это миллион нацистов вышли, что, значит, если мы не пришли бы в Крым, туда бы вторглись какие-то каратели, значит, факелами перевешали всех русских. И у меня там две знакомых украинских нянечки с ужасом ждали, пока украинские каратели вторгнутся, значит, и перевешают. И такое случилось самоосуществляющееся пророчество, значит, через Крым начался Донбасс потом. Но то, как мы, то есть, ну, там, хохлы, там, газ, вот это все, да, это, конечно, русский народ, он шовинистичен в достаточной степени, это известно. Эти, значит, узкоглазые, эти черножопые, значит, это хохлы, там, это, значит, мороженые латыши. Ну, то есть мы всех наших братских народов, мы к ним имеем какие-то претензии. Да, и я как сам человек, состоящий из трех национальностей, я могу себе позволить небольшие комментарии на тему. Вот, и только нигер можно назвать нигером. Значит, что касается нас, то, ну, фактически украинцы это ближайший к нам, ну, к русским, если брать нас как русских, это ближайший для нас братский народ, тысячелетний. С которым нас связывают, ну все, и чудовищные совместные жертвы, и совместная борьба, и они нами правили, и мы ими правили, и Днепропетровский клан управлял всем Советским Союзом, и в общем, ну, всякое, да, и полное взаимопроникновение на уровне половины, наверное, семей, да, у половины русских фамилии Наенко заканчивается, у них полправительство русские и так далее. И вот, когда у тебя есть два народа, не просто фигурально выражаясь братских, а действительно братских, ты можешь взять и при помощи первого канала, второго канала НТВ внушить ненависть к этим людям. Ну, это удивительно, как это работает. Я бы, если бы мне сказали, никогда бы не поверил. То есть я фантаст, я не мог ни Крым предугадать. Мне кажется, это, ну, абсурд, да, невозможно в современном мире. И тем более изменение отношения к украинцам. И теперь обратный, значит, обратный эффект изменения отношения украинцев к нам. А вот как при помощи пяти минут ненависти, это гениально. То есть, ну, Геббельс просто бы извелся, когда бы он увидел, что делают там некоторые товарищи здесь, в Останкино, на яме. Выяснилось, что, кстати, Куприна яма, это же там место, вот, несколько улиц, где бордели находятся, знаете, они тоже Ямские улицы, это про Киев изначально книжка. Ямские улицы, и там везде бордели были. Я подумал, как? Точно. А у нас тоже вот это, где сидит улица Правды, она ВГТРК. Первый, второй канал, культура, там же Life News недалеко. Это тоже называется яма. Что, ну, профессиональный сленг журналист. Потому что Ямская улица. Как и у Куприна. У него тоже. И еще улица. Чтобы совсем было уж смешно, еще там улица Правда находится. Извините. Дорогие друзья, подожди секундочку. Я вот совершенно тут бы не согласился. Вот это принципиально. Потому что просто не согласен. Совсем. Потому что, конечно, легко свалить на власти на яму. Но простите, пожалуйста, о чем мы так себя ведем? Мы, я имею в виду, человеки. Потому что если вот те, кто наблюдают за
президентскими выборами в США, вы посмотрите, кто там лидирует. Знаете, там была такая шутка. Вот выбор американского народа. Фашист Трамп против коммуниста Сандерса. Понимаете? На самом деле, если вы подумаете, если вам когда-нибудь интересно прочитать, с какими предвыборными речами выступают что один, что другой, реально, которые, ну, половина Америки за них, да? Это вот эти самые благополучные американские, внутри демократия и так далее. Вот демократия, да? И вот люди соблазненные благодаря информационному обществу. Я хочу обратить ваше внимание на вот, Дмитрий говорил про телевидение, я говорю, вообще информационное общество. Насколько даже вот эти вот бюргеры, спокойные, зажиточные, да? Насколько они сейчас захвачены этой риторикой. Что в Европе? Что в Америке? Я про нас не буду. Я говорю о другом. Знаете, у меня был очень печальный опыт. Некоторые, может быть, знают, я рассказывал. Это был январь 2014 года. Я был в Киеве, коль ты заговорил про наших украинских братьев. И туда пошел на тогда оппозиционное байдановское телевидение. Громадянское телевидение. И сидел у них там 3 часа. И пытался разговаривать с этими журналистами, вдохновленными Майданом, чьи интересы я очень хорошо понимал. Я говорил, поймите, что полковник Беркута – это человек, который живет с вами на лестничной клетке. И ваша жена у его жены занимает соль. А вы призываете там их выгнать, изгнать, сорвать погоны, избить. Да, они такие. Они псы Януковича. Но это ваши соседи, это не только те, кто стоят вот так, вот так. Нет, говорили мне молодые прогрессивные журналисты, они ваши наймиты, московские москали, мы победим, и выгоним их, своих соседей, где соль занимается, да, туда. Я просто говорю о человеческой натуре. Это не об американцах, это вопрос не об украинцах, не вопрос о русских, и тем более не вопрос о евреях, потому что с назначением нового премьер-министра Украины Гройсмана слово «жидобандеровец» приобрело совершенно конкретное воплощение для многих. Теперь никто на телевидении не знает, что с этим делать. Вот, да, теперь уже как-то вот человек вот извинится, да. Я просто хочу сказать вот о чем. Мне кажется, что это очень важно понять, что вот это информационный мир, который вкладывается или против которого борется Дмитрий своими мрачными антиутопическими вещами, это, знаете ли, такой яд, разлитый в воздухе. Мы его вдыхаем и травимся сами, этого не сознавая. И уже говорим, ну да, ну хохлы, они всегда сало там, ну да, конечно, жадно. Понимаете, да? То есть благодаря вот этому яду разлитому, неважно, Первым каналом или социальными сетями, что на Украине, что у нас, во многом в Америке во время выборов, да? Вот просто мы с вами здесь присутствующие, должны, как мне кажется, ловить себя на мысли, что мы отравлены, и принимать противоядие. Или принимать, использовать ингибитор, то есть замедлять это противоядие, все время говоря себе, этого не может быть. Не может быть, что украинский народ нас ненавидит. Не может, вот просто не может этого быть. И это, если не спасает, и читать вот эти антиутопии, понимая утопию, понимая, к чему может это прийти, понимая, что до 35 года осталось 19 лет, условно говоря. Это большая проблема, потому что среди молодых, возвращаясь к началу, очень много людей, которые оказались без иммунитета к этому глобальному, я не скажу вранью, я скажу отравлению. Причем это не так, что вам вот наливают стакан, вы пьете, это воздух, это дышится, это вот мимо идет, это, знаете, там теща что-то сказала, увидев по телевизору, да, приятель пришел на работу, сказал, ты знаешь, там отрезанный мальчик, голову там распятый, чего-то. Этого не может быть, но ты, ну он же нормальный, но он же, значит, что-то же там же есть. И мне просто кажется, что хорошая литература, как во времена всегда, в общем, люди, которые читали хорошие, знаете, вот помните песню Высоцкого, «Баллада о борьбе»? Правильные книжки он в детстве читал, правильные фильмы смотрел. Это очень важно сейчас понимать и своих детей, со своими детьми разговаривать на эту тему. Дети беззащитны после того, да, правильный журнал читать, да, дети беззащитны против вот этого самого, они его не знают, этот яд, они его не чувствуют. Они, знаете, они трансформируются, сами того не видя, потому что я просто знаю по классу своего сына, сын в 9-м, ему 15 лет, чего он приносит, какие разговоры. Вот правильно говорит Дмитрий, еще 2 года тому назад представить себе, что главным врагом, что украинцы, Украина больше враг, чем США, было невозможно. Были такие смешные вещи, когда главный враг России была Эстония, помните, в 2004 году. Вот огромная кровавая Эстония, маленькая Россия. Вот это был ужас, как бы читали, а по опросам, да, назовите главного врага, главную угрозу, Эстония. Да Грузия это огромная страна, Эстония все-таки средняя. Вот. Понимаете, и это какой-то кошмар, но люди в это верят. И вот эта отрава продолжает действовать. А это какие-то, видимо, вообще книги, какие-то ингибиторы, потому что на самом деле это уже было. Это уже было. И в истории России, и в истории Европы, и средневековой Европы. Мы когда делаем журнал наш «Дилетант», мы сталкиваемся с фактами, говорим, боже мой, как это могло быть в 16 веке, у них не было телевидения. Могло. Мы уходили, монахи, из села в село и говорили, значит, женщины, которые лечат, да, это ведьмы. И вся средневековая Европа знала, что это ведьмы, их надо ловить, сдавать инквизиции, топить и так далее. Это очень похоже на то, что происходит сейчас. Извините, и на такой радостной ноте, значит, Дмитрий будет подписывать свои книги. Нет, подождите, а у меня такое предложение. Во-первых, я попрошу вас каждого назвать все-таки, чтобы у нас такой большой выбор книг, достаточно антиутопии. Назовите вашу любимую. Какую вы по одной книге рекомендуете к чтению? Дмитрия мы все рекомендуем. Москва 2035. Метро, я имел в виду. Метро 2035, да. Нет, меня в свое время... Я иду покупать да. Метро. В мое время меня абсолютно перевернул Оруэлл, я вообще ничего не понял, я был девственно чистый комсомолец, и этот девственно чистому комсомолец Оруэлл. Подсунули самиздат. Ну я не говорю про Стругацких, само собой, я прочитал, я понял, что я посмотрел в зеркало. И у меня, я помню этот ужас свой, ужас 16-летнего парня, который понял, что вот это да, а все остальное нет. Поэтому я рекомендую, помимо, конечно, Дмитрия, Оруэлла.
Но если серьезно, то я не знаю, я думаю, что все читали, но я бы сказал, конечно, Стругацкий все-таки. Для меня это такая литература на века. Ну, слушайте, но вообще классическим произведением считается через писание по Фаренгейту «Дивный новый мир» и «Оруэлл», но Фаренгейт, он явно не самая сильная далеко вещь. У Брэдбери довольно скучная, и там антиутопия, только то, что они книжки жгут, а все остальное так. Хотя остальные элементы, вот человек из системы влюбился в женщину и понеслось, это как у всех остальных. И Хаксли — это вообще не роман, а это такая лекция, завуалированная. Или лекция о том, как, вот, как надо и как не надо, завуалированная по какой-то сюжете. Нет, там. А вот 1984 — это действительно мощнейшая вещь, и правительская, и точная, и острая, и злободневная во все времена. И недаром она вообще вошла в Россию в десятку самых продаваемых книг в прошлом году. Да. По всей стране. Не случайно это случилось, произошло, прошу прощения. И величайшая, мне кажется, антиутопия — это именно 1984. Давайте еще Замятинское мы. Замятинское.